Федеральная налоговая служба предлагает горожанам встретить Новый год без задолженностей. И хотя срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истек 1 декабря этого года, еще есть возможность, не попадая под санкции, заплатить по счетам. По налогу на имущество по состоянию на 25 декабря поступило 90% суммы от начисленной, по налогу на землю 73,2% и по транспортному налогу 86%. То есть процент, конечно, высокий, но тем не менее люди не все заплатили налоги, поэтому мы предлагаем, значит, Новый год встретить без долгов и заплатить налоги, пока есть время. Можно оплатить через личный кабинет налогоплательщика, кто подключен. Можно оплатить через сайт госуслуги, тоже доступна эта информация, причем оплатить не только за себя, но и за своих близких, родных. Вот. Либо обратиться в налоговую инспекцию. Со 2 декабря начисляется пеня за просрочку платежа, которая равна 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка.